Мне сейчас на данный момент 23 года. Работаю почти 5. Обширная работа у меня. Оси, гайки, втулки, стержня. Все абсолютно практически проходит через фрезерный мой участок. Учился в колледже, и надо было куда-то идти работать. Распределение 2 года отрабатывать надо было. Посоветовали предприятие наше, сказали, хорошие, люди хорошие, начальство хорошее. С 1 августа начал работать 2017 года. Пришел как раз лето еще было, отдохнул после колледжа, и с непривычки приходишь работать, что-то новое. Ну, волнительно было, шел узнать что-то для себя новое по своей специальности и узнать другие специальности. То есть я не только у себя, я еще другим людям помогаю, обучаюсь другим какой-то работе. То же самое и отгрузками вот и занимался. Токарные дела, ЧПУ, изучаю все это. Самостоятельно, можно сказать, выучил зуборезные дела здесь, на это предприятие. Ну, какое-то у меня есть такое чувство, что хочется чему-то научиться. А многие сейчас приходят, да, вот поработают месяц, сказали, не понравилось, и уходят. Ну, я совсем по-другому это, к этому отношусь. То, что делаем доброе дело, вот это вот и большой плюс для меня. Что без нас, допустим, земли не будут обработаны, что будет хлеб всегда у нас, что у нас можно будет картошку посадить. Но я понимаю больше, что это забота, работа не моя, а всего коллектива. То есть все мы здесь молодцы, то, что так все делаем. Много у нас ветеранов работает, каждый друг с другом, как семья одна. Хорошие, отзывчивые, не побоюсь этого слова, они мастера своего дела.